Добрый день, ребята! В последнее воскресенье ноября в России отмечается День самого дорогого и главного человека для большинства людей – День Матери. Он был учрежден указом президента от 31 января 1998 года. История праздника уходит корнями в древние века. Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День Матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день принято дарить любимым мамам заботу, внимание, любовь и, конечно же, подарки. А самый лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. Сегодня мы с вами попробуем сделать поздравительную открытку «Подарок для мамы». Для этого нам понадобится карандаш, линейка, клей, ножницы, стразики, бумага А3 для основы открыточки. Вот такая. Можете взять любого цвета, потом подбирать цветы к бумаге цвета. Мы вырезаем вот такую вазочку. Можно вырезать шаблон или взять его в интернете. Складываем бумагу пополам. Вот так вырезаем одну сторону шаблончика. Разворачиваем и получаем вот такую вазу. Затем мы все переносим на основу открыточки. Получаем вот такой шаблон для открытки. Она будет двойная. Вверх вы вот здесь не разрезаете, чтобы получилась двойная открыточка. И приступаем вырезать цветочки. Также делаем шаблон. Вот у меня вот такой шаблон получился. Можно также его взять из интернета, а можно его вырезать. Берем бумагу 4 на 4 сантиметра, это будет шаблончик у вас. Складываем по диагонали пополам, затем еще раз пополам. Вот так такой треугольник получаем. Раскрываем его. И дальше мы уголками делаем к серединке вот такие сгибы. Получается у нас вот такой треугольник, да? Здесь мы рисуем лепесток вот здесь, а затем его вырезаем. И у нас получается вот такой шаблончик мы получаем. Я могу вам показать вот. Получаем 6 лепестков. И переносим все на цветную бумагу. Вот такие шаблоны у меня получились цветочков. Затем берем ножницы или карандаш и немножко загибаем вот так лепесточки. У меня уже вот все, видите, сделано. Приклеиваем двусторонний скотч. Можно клеить на клей. У меня двусторонний скотч. И начинаем все это приклеивать к вазочке. Вот такие цветочки. Вот так. В любом порядке можете приклеивать. Чуть пониже. У меня получилось где-то 9 таких цветочков. Вот так. Можно взять и больше. Вот это мы немного поднимаем вверх, чтобы они были у нас воздушнее. Вот так.
нужно вот здесь. Вот получаем вот такой букет. Затем мы вырезаем вот такие листочки. Я покажу вам, как мы вырезаем. Вот так складываем немножко пополам, экономим бумагу, да, и можно получить два лепесточка. Вырезаем половиночку. И у нас раскрываем, получается лепесток. Приклеиваем эти лепесточки к вазочке. Ну, например, вот. Здесь листочек вот такой. Приклеим его еще. Можно приклеить вот сюда лепесточек. Давайте еще один приклеим. Ну, этот можно приклеить клеем. Лепесточки нужно приклеивать не всю бумагу клеем смазывать, и тогда они у вас получатся более объемными. Вот такая вазочка у нас получается, да? Затем мы можем ее подписать. Можно вырезать из бумаги. Я вырезала вот. Можно здесь, вот здесь приклеить и подписать самой единственной маме или любимой маме. Можно вырезать сердечко, ребята, и приклеить вот сюда. Или вот такую форму вырезать. Это уже на ваше усмотрение. Здесь вы напишите текст маме. Можете сделать побольше по размерам. А теперь мы приклеим стразики, и наша открытка будет готова. Вот такие стразики сейчас мы приклеим. Вот к вазочке можно приклеить. Можно склеить целую ленточку стразиков все подряд. У меня вот получается вот так. Вот эти стразики мы приклеим вот еще вот сюда. Получается у нас с вами очень красивая открытка, яркая. Нужно придумать только слова, которые вы напишите на открытке. Какая открытка красивая у нас получилась. Я думаю, мама оценит такую открытку. Спасибо за участие.